рады для вас играть, и нам очень приятно, что вы любите Оскар Питерсон так же, как мы. Вы любим Оскар Питерсон, это великая фигура музыкального мира. Я сейчас вам открою страшную тайну. Дело в том, что Оскар Питерсон не пианист, он просто великий композитор. Просто он писал, как я уже сказал, он писал музыку сразу на запись, он не писал ноты. Это величайший композитор. Всего вам доброго, не расставайтесь с шагом.